важными делами. Так. Эти живут. Где-то тут Беркут, а где-то тут Беркут. Неизвестно, где он. Так, чем же сегодня мне заняться? Комментарии задания мне не написали. Чики-бон-бони. Свинка-шашлык. Я забыла ее же жарить. Точно? Пора тебя зажарить. Готов. Все. Мина свинка. Сейчас мы ее жарим. Задание выполнено, по сути, уже. Да. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас суперская новая серия выживания. Так. Сейчас я забыл, что в прошлой серии задание выполнено. Зажарить свинью. Шашлык. Одну мы там оставим. А остальная это просто. Пусть остается уже. Так, подожди, мне... Арни, привет, привет. Ну все. Все. Так, в прошлой серии, посмотрите, мы зачаровали и завели Беркуту новую девушку. Так, Ванёк стоит, ничего не делает, просто оглядывается. Так, ну что ж, сейчас я пойду и добуду дерево. Если я не... Ну, короче, сейчас я добуду дерево, если я не путаю, вроде в костре еще нужна... Конечно, вы думаете, типа, в печке зажарю, но я хочу именно на костре. Вы же знаете, как это классно? На костре. Это вообще прекрасно. Так, ладно. Так. Нет? А, не... Опа, везло на кот. Оп, оп. Все, и уголь не тратить не надо. И это... Ну, давайте где-нибудь вот здесь чисто будем здесь жарить. Это ты, братан. Как бы говоря, жить же как-то надо, ребята. Потом мы эту свинью потом, скорее всего... Надо же как-то жить. Так, бедная свинья-шашлык. Слушай, а может лам завести? Отлично. Так, ребята, пока... Так, подожди, у нас сейчас пока он жарится. Пойдемте, ребят, сделаем загон. А, подожди, как у меня вроде есть там чуть-чуть. Сделаем для них хоть и маленький, но они там будут жить. Да, у меня вот есть чуть-чуть. Сейчас посмотрим. О, нет, какой? Нет, подожди, подожди. Нет, походу здесь нету. Так, все, побежали. Сейчас мы заведем себе селам. Это будет вообще прекрасно. И это, ребята, 18-я серия выживания. Да. По счету, если я не путаю. Так, здесь мне ничего не надо. Где-то здесь? Что происходит? Ну, это на женщину. Так, ладно. Тут ничего. И здесь ни хрена, да? Грустно. Это грустно. Если что, ребята, у меня есть запасные вот мечи, ножи. Да ё-моё. Вот эти, когда они сломаются, там уже будут подходить там к концу, то я их уже все. Ну, не вы... О, мяско зажарилось. Все. Все, мы же еще задание выполнили. Конечно, это вряд ли шашлык бы. Может, это другой? Ну, ладно, пофиг. Так, ну что ж. Так, ладно. Кстати, ребят, новые рубрики «Геймблок в небе» больше не будет. Не спрашивайте, почему. Тем более, нам что-то не понравилось. Этот первый сезон будет... Это очень маленький. И типа, если там будет где-то 10 серий, это будет как-то, ребята, неинтересно. Тем более, не всем нравится эта рубрика. И чаще всего... И, короче, я просто сделаю новую рубрику. Я еще не знаю, какую, но я обязательно придумаю. Потому что надо придумать новые рубрики. Значит, у меня есть выживание, маньяк. ФНАФа больше нет тоже на канале теперь, потому что... Все говорят, типа, надо с ним покончить. Обзор ФНАФа. Обзор модов нет. Получается, только две рубрики, что ли? Серьезно, только две рубрики? Нет, надо принять новую. Надо... Или, я... Или там еще какая-то рубрика. Я уже не помню. Ладно. Сейчас сделаем себе доски. Так, ладно, добываем. Оп, оп, оп. Так, капец. Блин, у меня стак. Так, теперь надо сделать.
Так, и делаем так, подожди. Оп, 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 оп. И потом оп, 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 оп. Оп, оп. Все, вот, хорошо. Так, теперь побежали. Так, а где мы? Давайте ездим здесь, да? Здесь такое местечко такое вот. Парень, что рычишь на меня? Давай, я к тебе подвинусь. Здорово. Салам алейкум. Так. Ну, где-нибудь давайте вот так, вот такое. Достаточно, конечно, большая, но как бы это ламы. Ламы же, да, они вон ходят там, чем-то занимаются. Так, сейчас мы поставим. Оп, 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 оп. И оп. Так, теперь давайте и оп, повезло. Так, чтобы они еще не выбрались там. Хотя они вряд ли выберут, ну ладно. Так, все, теперь у меня все сделано. И теперь берем повадки. И как их назовем, ребята, и это вы уже сами придумайте. Честно, сами придумайте. Я, честно, не знаю. Братаны. Братаны, ну не надо. Ну все, все, молодцы, молодцы, братаны. Ну все. Ну все, плюнули. Стой, я тебе говорю, остановись, ты придурок. Стой. Га. Гиунга. Так, все, теперь их надо привязать. Оп, оп, пойдемте, мужики, пойдемте. Че это вы тут в бамбук засели? Ну-ка, вы что, выбраться, что ли, не можете? Господи, кстати говоря, надо вот это уже собрать. Вы посмотрите. Это чисто мои одноклассники, когда я вернулся после летних там каникул, либо после зимних каникул. Так, погнали. Ой, мужики, какие ля-ля. Красавчики. Так, я надеюсь, вы здесь пролезете. Ну, должны. Нет, сюда, сюда. Сюда идите. Сюда. Господи, да что вы такие сложные? Идите сюда. Да идите вы сюда, дебилы. Они, что вы делаете? Господи, да вы идите вы сюда. Вы что вы делаете? Они обратно идут. Да идите вы сюда, дебилы. Да иди ты туда, дебил, блин, придурок. Да придурок, я вас их сейчас прикончу. Сюда иди. Они тупые, ребята, или что? Что с ним? Господи, да зайдите, вы что тупые-то? Вы что такие тупые? Вы что тупые такие, дебилы? Они что такие тупые, честно вот? Сюда, иди сюда. Да сюда иди. Пам-пам, пам-пам. Вот и готово. Вот и... Что? Подожди. Почему? У меня четыре сейчас. Подожди, что? Это бесконечный... Подожди-ка. Сейчас возьмем. Оп. 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 Странно, баг какой-то. Ладно. Все, мы завели главное их. Дебил, блин, конченый. Так, теперь. Ну, этот по приколу, чтобы было красивенько здесь у нас, чтобы было прекрасно. Все, вот. Пусть тут растут, чтобы для красоты стояли. Здорово. Так. Надо в этой серии еще кого-то. Так, лам мы завели. А кого еще можно завести? Я даже не знаю, ребята. Вот кого? Вот кого? Вот скажите. Ну, я даже не знаю. Не знаю, не знаю, вот честно. Так. Ребят, пишите задания, пожалуйста, пишите. А то вы что-то не писали как-то уже достаточно давно. Я выпустил ролик, а вы что-то не пишете. Почему? Почему? Вот что-то, что такое? Что ты пришел? Что? Что ты пришел? Что? Вот что, господи, я ролик записываю, почему ты меня челюешь? Арнольд, давай я сейчас ролик запишу, поиграем. Что тут? Ролик такой. Арнольд. Так, ладно. Так, надо все. Да ядрём батон, когда там ночь уже? Ладно, подождём.
Подождем, пока что-нибудь в сундучках поищем. Кстати говоря. Жалко то, что, кстати, это кирки, которые я использую. Давайте попробуем на них прокатиться. Конечно, нельзя, наверное, но я не знаю, почему на них нельзя. На лошадях можно логически, а на этих нельзя. Так, кстати. А ну-ка, сядем, возьмем-ка. Вы понимаете, что я хочу сейчас сделать? Мне нравится беленькая больше всех. Так. А, только можно так. Ля, как... Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какая красивая. Так, теперь. У меня ковров, наверное, фиг теперь. Ну, ладно, как бы. Ну чё, что вы тут ходите? Скоро кого-то я из вас зажарю, потому что двоих вас держать нельзя. Ой, троих вас держать нельзя. Вон один живет, вас двое будет. Надо кого-то... Ну, короче, ребенка, наверное, зажарим. Вон того, вон. Потому что это родители. Ой, нифига, уже растет как хорошо. Так, ну все, в принципе. В этой серии мы все... Я хочу зомби Алексея себе. Ну честно, ну почему? Почему я не могу? Иди сюда ты, господи. А, ладно, ребят. Давайте закончим эту серию. Это очень маленькая серия получилась. Мы просто сегодня завели наших вот этих вот красавцев. Вон они там же. О, вон там они, вон там. Ну, понял, где они. Наших лам. Не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.